32 дюйма достался Михайлову Геннадию, деревне Верхние Очаки. Холодильник выиграла Горбунова Анастасия, деревня Малая Карачкина. И главный приз мопед выиграла Самойлова Людмила, поселок Южный. Поздравляем всех участников и победителей. Следующий розыгрыш с главным призом мопедом пройдет 9 июля. Магазин «Техника». Покупай и выигрывай. Подробности в магазине. Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Козьмодемьянске. 8-927-867-2000. Главный песни большой страны.